Нет, это так, съемка. Уважаемые подписчики, здравствуйте в очередной раз. Так, сегодня у нас небольшой праздник. Вот сейчас вам покажу человечка. Всем привет. Огромнейший привет. Валерка Узбек. Всем подписчикам. У него сегодня днюха. 39. 39. На следующий год будет 30-10. 30-10. Да. Так что, ребята, поздравляйте, пишем комментарии, подписываемся. Сегодня ночка у нас бурная была с Дениской. Ну вот, все вроде устаканилось. Идем. Валя, подарил ему маленький подарок. Наушники, блядь. Он у нас этот наушничный маньяк. Как не приедет на совок, все время покупает наушники. В тот раз тоже помнишь, да, покупали? Ну да, мелкие, я говорю, они летят, блядь, эти микрофоны, блядь. А в этих меня нормально, я не слышу, блядь. Поэтому лучше, блядь, такие вакуумные, блядь. Теперь Валерка идет в заветный магазин. Не скажу, какой. Здесь обойди, куда-то полез-то. Сейчас чекунец взять, а этот, один дискарь возьму. А, чекунец сейчас, да? А? Чекунец сейчас. Дискарь я туда возьму. Ой, сколько всего много. Кошмар. Три топора, да. Побольше. Вон, 718 даже есть. Что это такое? Это уже не портвейн, да? Я так понял. Вино. Ёпти. Вискарь у них, наверное, под замком. Этот возьму. Где теперь нет вискарь? У него-то Бристоль обычно. Вот, вот, под замком. Сколько? Великое множество всего на свете. А тут даже закусь есть, а я что-то не обращал никогда внимания. Я думал, одно бухло. Я тоже водички куплю какой-нибудь. Швепс. Такого нету, мутного Швепса. Мутного нету. Тогда лучше Кока-Колу. Так, что сегодня на день рождения будем бухать? Да это я так чисто сегодня, это пиво потом. Это для начала, да? Да, это для начала. А потом по 100 рублей Левин Браун, блядь. Не, нихуя. Нормально все будет, пучком, блядь. Быча, выходи. Вот в этом доме, ребят, Быча живет. Интересно, как там Дениска на вязках лежит или нет. Сдали же его вчера в больничку. Да, я что-то слышал, да. Блять, я не могу ее открыть, нахуй. Давай. Вот, видишь, 44 дня не бухаю, уже забыл, как бутылки открутились. Извини, батя. А вот тут бухают обычно эти, с Хостова. Что, вообще сейчас никого не встречал? Утром встретил Маньку и Любку. Купил им чекушку, водички. Любка, блядь, как ее любить можно?
Ну, страшно. А кто ее любил? С кем ты же она жила тут, блядь? С Колей, с этим, с Голливудом. Ну, блядь, как с ней, блядь? Ну, страшно, блядь. Пиздец, как, блядь, как моя жизнь страшная. Ладно, Любка, как это... Как царство небесное Тёма бабку ебал? Бля, вот я слышал, но... Не смотрел, что ли? Нет, я не смотрел за это видос, блядь. Бля, ну, Тёма жалко базар. Мне кажется, это постанова. Я, блядь, ну не верю, ну как? Кто это, блядь? Кто это видос? Женя. Женя? Да, за притвор. Ладно, Валерка, за тебя, за любимого. Да, Валерон, я кока-колки за тебя ебанул. Бля, хуярит. Ребят, учитесь по-савеловски пить. По-савеловски это вообще сразу хуяк за раз и все. Просто сейчас не охота. И без кока-колы, да? Да, и без кока-колы. Блядь. Снежок он взял, блядь, с тумбочки. Занюхал снежком, блядь, который нихуя не пахнет. Да, хорошо, что не желтый он. Что он там ругается? Это желез. Сейчас еду к товарищу. Вместе будем отмечать с ним день рождения. У нас с ним в один день. Что у него 12 января, что у меня. А сегодня 12 января, да? Ну да. Бля, за 13. Мне на 13 везет. Да. Блин. Что-то дядя Женю я хотел увидеть. Там ты какая-то... Здесь на лавочке? Да, какая-то женщина предложила ему дом. А может это внизу? Да нету, я проходил там. Женщина предложила дом бесплатно. 400 километров от Москвы где-то там жить. Я думаю, он не поедет. 400? Да. Да это уже не Москва, вообще даже не подъезжает. Ну нет, какая-то область там, я забыл, что она говорила. И это. Тула, блядь, 300 километров от Москвы. Блядь. Ну куда, не помню, в какую сторону. Тут, не то в Самарской, не то... По-моему, даже в Самарской области. И это. Ну, я думаю, он не поедет. Как он там зарабатывает? Блядь? Тут хоть выйдет, стрельнет а денег. Да. А там что делать? Ну, чисто как домовым. Снег почистить, то да все, за домом смотреть. Да не, вроде как отдает. Ну а отдает, а как он жить будет, на что он жить будет? Пенсии у него, наверное, нету. Пенсии, наверное, нету, блядь. А может и есть копейки, блядь. Ну да. Но если здесь сидит, я думаю, нету, блядь. Это ебал, это маска. Маска капец, если они уши нахуй не отвалились. Я говорю, блядь, у меня такое ощущение, блядь, и так уши торчат. Когда маску одеваем, мне такое ощущение, что они вообще нахуй, как чебурашка нахуй. А тут раз вы приезжали с этим, с Саньком, да? К бычи. Да, Сань, да. А бычи говорит, я не знаю, какой-то черный, здоровый был, блядь. Какой Саня, блядь, да я был, блядь. Какой Саня, блядь, у него, блядь, хуй его знает. У него толще вот здесь, нахуй, у него, как у меня, блядь, вот здесь. Ну, короче, хуй в корню толще. Он пиздец худючий, какой здоровый, нахуй. Мы приехали, пузырь взяли, по две рюмки ёбнули, остальное им оставили и уехали, все. Ну, на Новый год или перед Новым годом? Я не помню, что-то или первого это, приезжали, по-моему. Зетта сюда ходили, Вера, Надежда, Любовь. Yeah. Это Свете он покупал серебряную цепочку. Вот. Ну, думаю, зайду, давай зайдем, говорю, угостим. Быча все, включил москвича. Москаля, бля. Ну, ладно, я на него не в обиде, тысячу раз ворусял. И на том спасибо. Да общается, с Машкой? Не, они что-то перед Новым годом там посрались. И, короче, на Новый год с моего телефона ей звонили поздравлять. Но я слышу, там мужик на заднем плане. А, кто тебе, молодой какой-то звонит там? Ну, она там что-то... Короче, все. Да, прошла любовь, завяли помидоры. Работяги. Ты когда будешь выкладывать? Да сейчас выложу, конечно. Сейчас уже? Да. Просто интересно посмотреть. Как ты выглядишь? Ты отлично выглядишь. Вон. Чистенький, почти побритый. Почти. Да я сейчас это машинки, блядь, станком, блядь, что-то заморачиваться не хотел у Сереги там, блядь. Торопился, да? Да не то, чтобы торопился, блядь.
неохота, блядь. Там вода, блядь, воду пока нагреешь, блядь. Там еще канализацию и сантехнику не сделали. Вот воды все есть. Насос все уже. И электрику все... не надо тянуть? Не, вот сейчас буду делать. А-а-а. Я уже щиток там все собрал. Там мне чисто вот раскинуть все, свет, розетки. Пиздец, даже под это, подварочную уже отвел, уже вывел все. Под стяжкой уже. А-а-а. Уже там все готово практически. Сейчас отделкой занимаемся. Сейчас там у него, я ебать, у него там такая парилка будет, пиздец нахуй. Я тебе фотку потом вышлю. Там сейчас печник ложит, короче, печку. Как бы с ним, к нему зарулить, а? С моим вопросом. Бля, я не знаю. Я тоже, я вот, ну, ну бля, тупо подойти тоже не подойдешь. Нет, он может, понимаешь, профинансировать. У него денег, блядь, ну, у него есть деньги. Это факт. Но, блядь... Понимаешь, он должен быть уверен. И он с этого должен, как бы, он говорит, процент, по-любому процент. Он мне, знаешь, тоже предлагает, говорит, Валер, говорит, давай, говорит, у меня-то есть.